Семена фиалки рогатой сорбет XP Парклым. Сорба XP Парклым сеют, чтобы получить красиво цветущие многолетники, неизменно становящиеся яркой деталью цветников и клумб. Растения развиваются быстро, уже примерно через 8-10 недель радуя первыми бутонами. Фиалка представляет собой небольшой компактный кустик, достигающий в высоту не более 20 см с характерной сочной листвой. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, в уходе не требователен. Зацветает в начале лета, украшая клумбу яркими крупными бутонами насыщенного фиолетового оттенка с желтой сердцевиной. Фиалка рогатая сорбет XP Парклым – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок, миксбордеров, альпинариев. Фиалка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания фиалки прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает фиалка рогатая сорбет XP Парклым в месяц май, июнь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.